Почта плохо работает, считают россияне. Роскомнадзор опубликовал данные опроса населения. 90% всех жалоб на операторов связи принадлежат именно Почте России. Предприятию теперь предстоит выплатить 15 миллионов рублей штрафа. Такова цена людского недовольства. Негодование провоцируют большие очереди, недружелюбные сотрудники отделений, сроки доставки корреспонденции и небрежное отношение к посылкам и бандеролям. Мы спросили у ивановцев, довольны ли они работой регионального отделения Почты России. Говорят, что почта плохо работает. Вот как вы считаете, плохо или хорошо работает почта? Ой, не знаю, я даже не могу сказать вам, как она работает. Наверное, хорошо, я не знаю, я не пользуюсь услугами. Не хочу. Плохо работает. Вот по телевизору показали, как вот они швыряют эти посылки-то. Да. Это плохо. Раньше ходила тогда на почту, там была длинная очередь, очень медленно. Ну, я не знаю, может быть, сейчас, конечно, по-другому, но раньше было так. Длинная очередь и